в этот автомобиль, точно так же, как и в любое другое транспортное средство, мы установили систему контроля слепых зон. Она устанавливается скрытно, вот в эту область, никаких сверлений не будет. Все внутри крепится с помощью специального клеящего состава. Информация о событии выводится на зеркало заднего вида, внешнее. Вот сейчас она сработала. Индикатор может быть абсолютно любой формы, вплоть до фотографии любимой тещи. Также информация дублируется на внутрисалонное зеркало, если вы этого пожелаете, так как снаружи не всегда видно, иногда солнце слепит. Поэтому лучше продублировать на внутрисалонное зеркало, потому что там всегда хорошо видно. Система контроля слепых зон с интеллектуальной защитой от ложных срабатываний. То есть срабатывает только на те транспортные средства, которые представляют потенциальную опасность при движении в потоке. Небольшой ликбез по поводу систем контроля слепых зон, которые сейчас присутствуют на нашем рынке. Система номер один выполнена на базе ультразвуковых датчиков, которые врезаются в задний бампер и которые в итоге выглядят точно так же, как оригинальные партроники. Система контроля слепых зон номер два выполнена на базе емкостных датчиков, которые не надо врезать, которые прячутся внутри заднего бампера. И система номер три, которая также выполнена на базе емкостных датчиков, которые не надо врезать, которые прячутся внутри бампера. На базе огромного опыта, накопленного нашей компанией, мы рекомендуем систему номер три. Связано это прежде всего с тем, что она выполнена на базе самых современных технологий и с помощью сложных математических вычислений реагирует только на те транспортные средства, которые являются потенциально опасными. То есть она имеет интеллектуальную защиту от ложных срабатываний. Кроме того, обратите внимание, датчики, индикаторы, которые ставятся в зеркала, они мощные и с помощью металлизированного покрытия удаляют лишнюю температуру. Так что обращайтесь, наслаждайтесь комфортом, получайте удовольствие от нами накопленного опыта.